Урок доброделания важен в праздничные и воскресные дни. Об этом в минувшие выходные дни напомнил своей пастве митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Архипастырь возглавил литургию в женском Свято-Троицком Никольском монастыре, а на следующий день владыка молился в Успенском кафедральном соборе. В день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской глава Среднеазиатского митрополитчего округа посетил женский монастырь Ташкента. Владыка Викентий прибыл в святую обитель, чтобы поздравить с днем тезаименитства настоятельницу, игуменью Екатерину Мальгину. В монашестве матушка носит имя великомученицы. Святая великомученица Екатерина, ища вот эту славу, величие, красоту, Господь ей открыл именно в Боге. В вечности, в Царство Божие. Там она нашла то, что ее душа желала. И когда ей это открыли, открылось, то она удовлетворилась и сказала, да, это то. Поэтому она и отказалась от тех благ, тех наслаждений, тех удобств и удовольствий, которые предлагал ей император. Святая Екатерина осталась верной Богу и своему выбору стать невестой Христовой, за что и была жестоко казнена. Архипастырь в честь именин матушки Екатерины вручил настоятельнице памятный подарок. Поздравляли игуменью и жители Ташкента, пришедшие на праздник. На следующий день православные верующие столицы Узбекистана молились в Успенском соборе. За богослужением вспоминался евангельский отрывок о согбенной женщине, которую исцелил Христос. Это было в субботу, день, когда иудейский закон запрещал что-либо делать, а можно было лишь молиться. В связи с этим архипастырь напомнил, что вместе с почитанием праздничных дней, когда мы приходим в церковь, мы не должны забывать о том, что и в торжества необходимо совершать дела милосердия. Это наше призвание, это наш долг православного христианина. И вот это мы должны воспитывать в себе именно в день воскресный, в день праздничный, когда мы можем подчеркнуть от этого праздника те или иные нравственные ценности, нравственные поучения, наставления, и их вести в свою практическую плоскость дома, среди близких, родных, окружающих нас людей. Дни рождественского поста особенно благодатны для того, чтобы оказать помощь нуждающимся. Ведь вместе с добрыми и полезными наставлениями, которые мы слышим в храме, мы можем приносить эту любовь в жизнь других людей, помогая и ободряя их в тяготах и лишениях.